Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В рейтинге крупнейших налогоплательщиков Кировской области сменился лидер. Минфин опубликовал список по итогам платежей в 2020 году. В двадцатке компании, которые перечислили более 140 миллионов рублей. Топ-3 – это филиал Российских железных дорог, Вятич и Омутнинский металлургический завод. Первая тройка переменилась за год. РЖД были вторыми. Третьим филиал концерна «Алмаз-Антей» он упустился на 11-ю строчку. Возглавлял рейтинг «Уралхим». По итогам 20-го Вятич поднялся на второе место с 5-го, а ОМЗ на третье с 8-го. В целом налогоплательщики из первой двадцатки за год перечислили в бюджет области 7,5 миллиардов рублей или 16% налоговых доходов. Программа «Экономика». Финансовая помощь Кировской области из Москвы выросла почти в полтора раза. За год наш регион получил из федерального бюджета 36 миллиардов рублей. Это на 42% больше, чем в 2019 году, говорят в кировском Минфине. Нецелевыми были 16,5 миллиардов рублей. Они пошли на зарплаты бюджетникам, соцвыплаты, оплату коммунальных услуг и транспорта для областных учреждений, на компенсацию падения поступления налогов из-за коронавируса. Целевые перечисления с федбюджета это почти 20 миллиардов, большая часть их, 13 миллиардов рублей, пошла на соцполитику и здравоохранение. Экономика на 101 FM. Пассажир такси похитил деньги со счета водителя. О таком случае, произошедшем в Кирове, сообщает УМВД. Клиент предложил перечислить ему напрямую предоплату сразу за несколько поездок, которые он якобы собирался совершить. Таксист назвал ему не только реквизиты карты, но и код подтверждения банковской операции из СМС. Со счета автомобилиста исчезло 34 тысячи рублей, а незнакомец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Экономика. В завершение валютах сегодня официальный доллар 75.64, курс евро 91 рубль 67 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.